Батареи одна. Но я тебе сказал, так, да, что все, тут нечего снимать будет. Видео. Батюшка стоит, все стоят. Вот вверх нажал, снимает. Нажал. Кстати, с ним надо еще. Сейчас я включил. Да, это питание. Значит, ваш этот аппарат только на 20 минут, да? 20 минут полета. Да, это не надо сейчас. Как только батюшка подойдет к воде и начнет воду опускать, вот в это время, ну, пойдет уже. И когда освещает, там не надо, потому что это обычное. Самое ценное – это момент в воду, когда пойдет он. Ну, у меня две батареи. Я все поэтому... равно, я тебе говорю. Ага. Не спешите. Надо сохранить его. А? Батарею-то сохранить надо. Смени, я не понял, что? Сохранить батарею надо тогда. Я сохраню. Все, можешь начинать. Подожди, сейчас спину изгони. Так, следующий, подходите. Держите его, он упадет. Фотографирую его со всех сторон. Вот он пришел, голубчик мой. Давай, Алешенька. Пришел живой, не утонул. Давай. Переодевайте его. Переодевать уже? Иди, переодеть. Дай ему одежду сухонькую. Ну что, малыш, расти духовно. Там вторая раздевалка. Где-то возьми одежду свою, туда пойти, выжить. Thank you.
Смотри, куда поднял его. К солнышку. Видишь, аппарат где? Батюшка по воде идет, как Христос. Эти не видать под водой, это доски нынче воды больше стало. А на будущий год, если Господь позволит, еще на метр поднимем. Куда она делась? Да, куда? А, вон она. Как этот геликоптер называется-то? Квадрокоптер. Квадрокоптер DJI. Где он? Куда улетел? Китайская фирма. Я не вижу, где он. Впереди. Вот панорамное озеро. Вот. Ну понятно, где он сейчас-то? Он вон там. Так ты где его посадишь? Здесь посажу. Ну так покажи хоть сейчас, где он летит. Сейчас подлетим. Вот эта штука придумали. Видно это там. Не то, что Роскомнадзор. Сейчас там батюшка будет переодеваться. Мы, значит, палатку не стали ставить. Это он так высоко. Так а зачем ты его так высоко? А, ну, панораму снять, вот озеро. Да. Это вообще... Это не птичий полет. Он в облаках летит-то там. Он. Нет, 100 метров сейчас высота. Ну, 100 метров это уже облака. До 200 поднимался сейчас. Ну, а где ты... А батарейка сядет? Вижу. Шмель спускается. Он скоро в этой веке не сядет, а? Веди скорее на сушу его. На сушу заведи скорее. На сушу заведи. Надо людьми здесь заводи. Стоять, чтобы видно было сверху, как они. Значит, все-таки сломал кто-то? Нет, сломал. Не нащупаю, где этот аппарат он. Вот он над нами уже почти. Ну, ребятишки пошли. Вот они смотрят на экране. Вот эту игрушку привез на Василий. В Ребрихе мой двоюродный брат был, Василий Лапкин, умер зимой. А это племянник тоже, Василий Лапкин. Вот он. Можно я поймаю? Можно я поймаю? Прямо совсем близко. О, с какой скоростью, я не успеваю следить за ним. Куда он его поволок? Василий, ты не играй, верни его назад. Не пугай наших ласточек. Ну, и где ты будешь искать его? Так, иди там снимай, Володя. Ладно, брось его. Батюшкой займитесь. Еще делает аппарат какой. Куда? Он куда поволок? На деревню.